Гданьск – один из тех городов, которые отличаются длинной и непростой историей. Первое упоминание Гданьска как города относится к 997 году. С тех пор он успел побывать частью королевства польского, территории Тевтонского ордена, одной из спорных земель во время 13-летней войны, вернуться в королевство польское и войти в состав Речи Посполитой, а потом, прусского королевства. Превратиться в вольный город Данциг, снова отойти к Пруссии, а затем к Германской империи и ненадолго, к Веймарской республике, почти на 20 лет вернуться в статус вольного города, а потом стать частью нацистской Германии. Лишь в 1945 году город снова вернулся к Польше. С нападения на полуостров Вестерплатте и захвата польской почты в Гданьске началась Вторая мировая война, а спрыгнувшего через забор электрика по имени Лех Валенса, движение «Солидарность». Гданьск, в то время Данциг, был одним из городов Ганзы, существовавшего с 12 по 17 века экономического союза европейских торговых городов. Компанию Данцигу составляли такие города, как Кёльн, Любек, Рига и Дерпт. В сегодняшнем Гданьске тоже можно увидеть примеры ганзейской архитектуры. К сожалению, постройки неаутентичны. В 1945 году во время бомбежки центр города сгорел почти полностью. Уроженец вольного города Данцига Гюнтер Грас так описывает пожар в своем романе «Жестяной барабан», «Новый город» и «Нижний город», все, что возводилось в течение 7 столетий, выгорело за 3 дня, в церкви Марии огонь шел изнутри наружу. Демонстрируй праздничное освещение сквозь стрельчатые окна. Монастырь святого Франциска весело пылал во имя святого Франциска, который любил огонь и воспевал его, а Фруенгаси горела сразу во имя отца и сына. И конечно, нет нужды говорить, что дровяной рынок сгорел, и угольный рынок сгорел, и сеной сгорел тоже, а на хлебной улице хлебы так и остались в печи, а на молочной убежало молоко, и лишь здание западнопрусского страхового общества страхования от огня по причинам сугубо символическим сгореть не пожелало. После войны здания были восстановлены. Сегодня те, кто не знаком с историей Гданьска, вряд ли догадаются, что очаровательные домики с треугольными крышами на улице Глуги Тарк – это постройки середины века. Кстати, у входа в некоторые церкви висят фотографии, на которых изображены эти сооружения после бомбежки. Стоит взглянуть на них, чтобы понять, какую огромную работу пришлось проделать реставраторам. Например, гигантская Мариатская базилика не была разрушена до основания, но даже для ее частичного восстановления нужно было приложить огромные усилия. Глуги Тарк, главная улица Гданьска, приведет вас на набережную реки Матлавы.
Здесь можно неторопливо прогуляться, зайти в один из ресторанов с террасой, откуда открывается прекрасный вид на набережную, или сесть на кораблик и отправиться на полуостров Вестерплате. Если же вас больше привлекает море, то достаточно сесть в любой трамвай, который идет в район Бжезно-Брзино, это конечная остановка, поэтому заблудиться будет сложно. Летом можно доехать на трамвае до остановки, тот же трамвай туда ездит только в купальный сезон. Это один из популярнейших пляжей в городе, где есть лежаки и бесплатный Wi-Fi. И, конечно, если вы поедете в Гданьск, обязательно попробуйте местные морепродукты. Во многих забегаловках свежую рыбу жарят прямо при посетителях. Гданьск – это не только старый город. После осмотра исторической части города стоит ознакомиться и с чуть менее туристическими уголками столицы Польского Поморья. Олива славится чудесным парком и собором ордена цистерцианцев, основанным в XII веке. Здесь находится огромный орган, состоящий из 7876 труб. Послушать орган в действии можно, придя на мессу или, летом, на бесплатный получасовой концерт. Кроме того, в июле и августе в Оливе проходит международный фестиваль органной музыки. Даже если вам не удастся попасть на концерт, посетить собор все равно стоит. Его внутреннее убранство никого не оставит равнодушным. А в музее при соборе находится экспозиция, посвященная Оливскому миру, мирному договору, который Речь Посполита и Швеция заключили в 1660 году. Любители красивых видов наверняка с удовольствием поднимутся на смотровую вышку, которая находится неподалеку от Оливского парка, а еще отсюда вы быстро доедете на автобусе в зоопарк. Добраться в Оливу удобнее всего на городской электричке СКМ остановка Гдесколево. В районе Елиткова-Джелиткалоу сохранились деревянные рыбацкие домики. Кроме того, Елиткова идеально подойдет для неспешной прогулки вдоль берега моря, отсюда всего лишь за час можно дойти до Сопота, самого знаменитого морского курорта Польши. В Елиткова ездит трамвай из главного вокзала, остановка Джелиткалоу, конечная. В Жещерзесск еще один район Гданьска, который когда-то был отдельным городом. Несмотря на страшное для многих иностранцев название, это интересное место для прогулок. Здесь есть впечатляющие каменные дома 19 века. Особое внимание стоит обратить на улицу Вайделоты, несколько костелов и памятник Оскару, герою жестяного барабана.